когда нас еще не закрыли по камерам, в коридоре стоят телевизоры, кто-то смотрел CNN, подходят ко мне, дергают за рукав, говорят, Россия стала бомбить, обстреливать Киев. Я говорю, да, подхожу, и, конечно, эту ночь, как и уже многие другие, не спал, потому что, естественно, пытался и слушать радио, и слушать, что происходит, какие комментарии, что на самом деле происходит. К сожалению, через два дня у нас все в блоке заболели ковидом. Нас закрыли почти на полтора месяца на полный локдаун. Вот. Но, тем не менее, была возможность слушать радио. И где-то через месяц уже пришли газеты с Родины, которые любезно выписывало посольство. И, конечно, тогда уже стало понятно, что происходит, тем более было понятно до этого, что Россия не оставит в беде людей наших русских в Донбассе.